Неосторожное обращение с огнем на природе не только вредит экологии, но и доставляет много хлопот спасательным службам. На ликвидацию возгораний сухой травы и мусора пожарные формирования Смоленской области выезжали уже 50 раз. Это показатель одного выходного дня. Спасатели сообщают, что количество возгораний с каждым днем увеличивается в геометрической прогрессии. Ведомстве напомнили, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны производить уборку и покос травы. Но при этом сжигать траву запрещено, за это предусмотрен штраф.